Сергей Костюк работает в области станковой живописи, графики и акварели. Участник республиканских и международных выставок пленэров. Его произведения находятся в частных коллекциях не только Беларуси, но и Германии, Кипра, Украины, России. Но об этом он скромно предпочитает не говорить. Я не сторонник таких излишних движений. Я живу в деревне, в лесу среди бобров, в уединении. Поэтому самодостаточно себя вполне чувствую. Просто когда долго сидишь среди бобров, иногда хочется прийти к людям. Ну вот сейчас это свершилось. Экспрессивная, брутальная живопись – его приоритетное направление. Представленные картины любимы не только автором, но и всеми брещанами, которые пришли на выставку. А пришли его друзья, близкие, единомышленники. На стенах их же портреты. Сергей Костюк признается, что с натуры пишет нечасто, больше по памяти. И это главное – полагаться на разум, руководствуясь главным помощником – ощущением. Очень удивлен. Портрет мне очень понравился, потому что в нем видно, что художник хотел отразить характер, хотел отразить какие-то моменты, которые присущи именно мне. Запечатлевшиеся на монотонных кирпичных стенах яркие и сочные живописные полотна призваны погрузить зрителей в мир живых образов, ощущений и чувств. Картины, кажется, насквозь пропитаны невероятной эмоциональностью и силой, экспрессивностью и искренностью. Сам же автор призывает меньше говорить о выставке, о ее смысле, целях и актуальности, призывает прочувствовать ее. Часто художник сам не знает, что он хочет сделать. И это и не надо. Прелесть искусства в том, что зритель подготовленный приходит, и он проявляет свое сотворчество. Такое прекрасное слово – сотворчество, которое помогает человеку для себя что-то найти. Кто-то увидит в уголок прекрасный, там, два цветовых пятна, и ему этого хватит. И он получает удовольствие от этого. Кто-то более подготовлен, начинает анализировать, там, копаться, там, стиль искать и прочее, прочее. Каждый все равно свое увидит. А кому-то вообще не понравится, придет, скажет, слушай, фигня, мазня какая-то, пойду я лучше кофе попью. И прекрасно. Живопись, искусство для того и создано, чтобы люди общались, получали удовольствие. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.